Всем привет! Сейчас будет влог «Один вечер из моей жизни». У Антона сегодня начался отпуск, и мы решили это отметить в нашем любимом электротеатре. Для тех, кто не знает, мы много лет с Антоном работали в этом месте, а теперь нас приглашают сюда просто отдохнуть и потусить. Сегодня, например, было закрытие сезона, и вместо обычного спектакля в фойе театра был просто шикарный, яркий, зажигательный концерт. А еще в электротеатре обычно фоткаются с Лапенко или Чеботаревым, но сегодня тут фоткались со мной, и это было просто безумно приятно. На этом все, вечер прошел отлично, всех люблю. И не забывайте подписываться на телегу.